Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я вас хочу познакомить с монтёрскими ножами, всем известные монтёрские ножи. Ну, на самом деле, они достаточно популярные. Были в советское время, и, что интересно, такие монтёрские ножи выпускали, собственно, там и уже и в 90-х годах, и даже в нулевых. Ну, понятно, что уже компания производителей была другая, но сама суть этих ножей, она оставалась именно такой. Что мы видим, да? Вот такой свой, ну, как мы можем понять, это два одинаковых ножа. Единственное у них отличие, друзья, это, ну, помимо, понятно, цвета плашек, да, это клеймо. У одного ножа, у черного у нас SN, и цена рубль 10. Второй нож, птичка Сирин, и цена рубль 20. Вот такая вот, друзья, инфляция. Как мы понимаем, эти все ножи выполнены, изготовлены в производственном объединении «Октябрь», город Ворсма, да, ну, один из самых популярных, собственно, заводов нашей советской родины, да, ну, вот здесь вот СН, да, то есть завод складных ножей еще до образование производственного объединения «Октябрь», то есть 60-е годы, начало 70-х, а это уже 70-е, может быть, 80-е годы. Имеется в виду вот этот вот бирюзовенький. Антапка, отвертка, которую не сложить, да. Ну и клиночек такой вот, он вот с загнутым острием и с тремя даже такими вот выемочками, которые необходимы для зачистки проводов. То есть это монтёрский нож, нож электрика по-другому. Вот такой вот, да, здесь то же самое, просто клиночек немножко сточенный. Вот, а так все одно и то же. Клинок углеродистая сталь, не ржавейка, не никелированный, обычный такой вот недорогой дешевый ножик. Мне такое ощущение, что, ну, наверное, у каждого был такой нож, то есть он был максимально популярен. Ай, по пальцу сунул. Ну ладно, это все лирика. Палец не отрезал, и хорошо. Ну вот, что же интересного, да, в этих вот монтёрских ножах? Такие ножи, повторюсь, да, вот с пластиковыми, с пупырчатыми такими вот рукоятками, они начали производиться в 60-х годах. До этого производились ножи с деревянными рукоятками. Прямо вообще вот один к одному, вот точно такой же, только с деревянной рукояткой. А еще раньше, я имею в виду с клиночком вот таким, ну, там они разные бывали, там бывали и без отвертки вот этой вот, но вот сам клиночек, да, строение вот с этими тремя такими вот зазубринками, да, то есть это было как бы фишечка такая, монтёрские ножи типа. А до этого монтёры, собственно, электрики использовали обычные колхозники, то есть обычный колхозный нож с деревянной рукояткой. То есть никаких там преимуществ дополнительных у ножа не было. То есть там ни зазубринок, ни отверточек, ни антабочек, вообще ничего не было. То есть обычный нож, да. Вот, друзья, ножи монтёра производились до последних времен такие ножи. Единственное, что я, ну, встречал, по крайней мере, вот у этих ножей есть, была уже там, ну, у современных более-менее система фиксации бэклок. Ну, а так суть та же. Знаменитые, популярнейшие ножи монтёра. Советские ножи монтёра, производство города Ворсма. Спасибо, друзья, за внимание. Подписывайтесь на канал. Всего доброго!